Всем привет, мои уважаемые зрители. Привет из Анапы. Моя полторачасовая прогулка заканчивается. Я направляюсь в кафе «Шатер». Посмотрите, какое тихое сегодня спокойное море от маяка по этой дорожке. С левой стороны у нас кладбище, с правой стороны обрыв. Места очень красивые. Но если вы захотели тайландской кухни, очень вкусный суп «Том Ям» есть в этом кафе. Сейчас я вам его покажу. А это 40 лет победы. В одном из видео я вам показывала эту кафешку и спуск к пляжу. А дальше, видите, горы. 40 лет победы. Моя ходьба подходит к концу. И вот мы решили... Она уже поднялась к вам. Здрасте. Кажется, поднялась она. Не, вон она. Да, пошла узнавать. Наверное... Да, пройдите. Она зашла в кафе к вам. Ну что вы говорите, я же пришла с подругой. Вон она ходит. Вышел мальчик, говорит, что-то будете кушать? Если на точку что-то купите, то это там присесть нельзя. Тут нельзя присесть? Нет, только там? Точку купят там. Ну, сейчас она выйдет. Ну, хорошо. Вот такие уютные крестики. Кресла, столики. Ну а здесь какая красота. Да, вот посмотрите, какой выбор. Ты просто кушать хочешь, Лен. Это точно. Остановились на том ям, на супчике. Хочу. Пасту я тоже хочу. Ту же пасту? Да нет, много еще так. Уху я тоже хочу. Уха по-царски. А вот чего уха по-царски? Я хочу спросить, или уху я... А вот суп по-сицилийски, томат, морепродукты, томаты пронта, вино, специи, базилик, свежий багет с чесноком. А булочки. Вот салат интересный. Сначала это дорогие. Бриз с кальмаром и креветкой. Кальмар, креветка, чили, микс салат и соус, бальзамический, специи. Ну, салаты очень дорогие. Так это, наверное, не кафе, а нет, это кафе, да? Вроде бы. Ну, так подожди. Сейчас я какой-нибудь сук выберу. Вот еще горячие блюда. Фокаччо я буду сейчас. Баранина от шефа, хинкали есть 7 штук. Вот. Хачбили из кролика по-грузински. В общем, сейчас что-то выберем. Очень уютно, мне нравится здесь. Да, такие сидушечки мягкие. Подождем. Пошел дождь, и нам пришлось зайти. А здесь еще поуютней. И столики. Подушки уже убрали. Дождь пошел. Моя Леночка должна нам суп принести. Все, что ли, принесли уже? Ух ты, какая тарелка красивая. Я тебя не додала, ты меня прости. Ничего. Ну и как, Лен, вкусно? Хорошо. Будем пробовать. Ой, какой красивый. Так, что у нас тут есть? Кальмары, креветки. Это вяленые помидоры. Грибы. Грибы? Угу. Шампиньончики. Шампиньончики. Это базилик? Да, это базилик. Аромат какой. Будем пробовать. Это что? Креветочка. Тут много креветок. Вот. Все остальное я уже съела. Очень острый, очень вкусный. Очень приятно кушать.
Угу. И креветка вкусная. Спасибо огромное. Очень вкусно. Дождь прошел, интересно. Покушали, все вкусненько. Вот еще раз вам покажу зал. Вот в этом кафе мы кушали сейчас. А туда дорога к пляжу. Дождь поморосил совсем немножко, но подушки убрали. Так нам не удалось покушать на улице. Но в зале даже было поуютней. Ой, как пасмурно стало.